Каждая женщина знает, что совершенство образа в деталях, а ухоженные ногти – важная составляющая приятного впечатления о человеке. Маникюр стали делать еще при Клеопатре. Правда, во времена египетской царицы уход за руками подразумевал главным образом окрашивание ногтей ярким цветом. Вековая история и личный опыт научил женщин, что красота – синоним ухоженности и здоровья. Сегодня актуальность маникюра неоспорима, а значит, дело за малым – выбрать надежного мастера и подходящий вид маникюра – аппаратный или обрезной. Клиенты, которые очень много лет делают обрезной маникюр, реже делают аппаратный, потому что боятся попробовать. Но если пробуют, то могут сочетать как одну методику, так и вторую. Время носки играет самую важную роль аппаратной методики, потому что мы же снимаем только ороговевшую часть клеток кожи, и не повреждаем питающиеся слои клеток. Ну, я считаю, что это важно. Срок жизни обычного салонного маникюра без изысков – около 2 недель. Существенно продлить красоту ногтей помогает специальное долговременное покрытие, в народе шеллак. Он продержится на ногтях 6 недель. Все зависит от степени сложности, от длины желаемой клиентам. Потому что любое искусственное покрытие, которое мы делаем, оно должно выглядеть натурально. Это очень-очень важно. Многие девушки не решаются на искусственное укрепление из опасения повредить и без того хрупкие от природы ногти. И совершенно напрасно, ведь грамотно нанесенный гель позволяет ногтевой пластине дышать и даже борется с сухостью кожи рук, сохраняя в пальцах влагу. По своим ногтям я заметила, у меня вообще руки очень склонны к сухости и трещинам. И когда я делаю долговременное покрытие, трещины появляются намного реже, а то и вообще не появляются. Форма и длина ногтей в этом сезоне не ограничивается сводом правил и определяется каждой барышней индивидуально. А вот цвета лака мастера маникюра подбирают в соответствии с настроением клиенток и веяниями моды. Этой весной, к примеру, актуальны пудровые оттенки, нюдовый, молочный шоколад, кофейные и другие варианты естественного цвета. Пудровый эффект можно создать матовостью ногтевой пластины. Мы сочетаем глянцевое покрытие с матовым в одном цвете и делаем какие-то акценты на нескольких ногтях. Это выглядит очень стильно и модно. Мы же моду сами создаем. Несмотря на солирующую естественность, свою нишу на сцене Nail Art каждый сезон удерживает причудливый дизайн ногтей. Роспись, стразы и даже небольшая брошка. Все это допустимо, если девушка в настроении. Хочется чего-то новенького, нового дизайна. Мы, девушки, не можем так часто менять парней или машины. Хотя бы мне не посмотреть. Вот. У меня настроение.